Добрый день, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу вам показать, как мы делаем мясные чипсы. Вот. В данном случае у нас чипсы куриные. Можно сделать точно такие же свиные и говяжьи. Очень вкусно из говядины. Берем мясо, в данном случае у нас куриное, и режем такими полосочками толщиной где-то 5 миллиметров. Потом все это складываем. Мы складываем в судочек, просаливаем. Берем сюда, мы берем только соль и перец. Вот кто любит еще приправки, можно приправки. Все это промариновали, сложили плотненько и положили на час, можно и на два для мариновки. Затем выкладываем сушить. Просушка у нас проходит при температуре 50 градусов и при постоянной вентиляции. Это, мы в основном смотрим, сухие или нет, и пересушивать чипсы не надо. Вот, в данном случае выкладываем на вот такую вот решеточку. На вот такую вот решеточку, через которую проходит теплый воздух. И таким образом при постоянной конвекции оно просушивается, наше мяско. Должно быть расстояние обязательно, горячий воздух, для того чтобы горячий воздух проходил между каждой полосочкой мяска, должно быть расстояние. Плотно друг к другу ложить не надо, и тогда оно быстрее просушится. Сушить ему надо минимум при температуре 50 градусов, это будет где-то часов 5. И такие вкусные мясные чипсы получаются. Главное, знаешь, что свое, знаешь, что бросил туда, какие приправки. Только у нас только соль и перец. Кто любит приправы, можно брать любые приправы к мясу. Очень вкусно. Друзья, попробуйте, тоже приготовьте с любовью. Очень вкусно. Детвора уплетает за обе щеки. А главное, готовиться очень просто. И знаешь, конечно, что это не магазинное, а свое. Ты знаешь, что ты туда бросил. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайки. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.